конкурс «Педагогический дебют» подошел к концу. Мы уверены, что в зале сейчас будущие практиканты, которые смогут достойно защитить честь своего факультета в следующем году в рамках во всех смыслах удачного педагогического дебюта 2013. Также мы уверены, что среди нас здесь наверняка на этой сцене находятся будущие великие педагоги и мыслители, которые впишут свои новые строки в письма ученикам. Что мы и предлагаем им сейчас уже сделать. Но письма своим ученикам, уважаемые участники, чуть-чуть позже впишут в историю. Конечно же, сначала мы подведем итоги конкурса «Педагогический дебют 2013». Итак, за первое место в конкурсе «Открытое письмо ученику-ребенку» награждается Ксения Брынских в группе «Психолого-педагогическое сопровождение». За первое место в конкурсе «Открытое письмо ученику» группа «Педагогика детства» награждается Ольга Савельева, факультет коррекционной педагогики. За первое место в конкурсе «Открытое письмо ученику» ребенку естественно-научного направления награждается Кирилл Иванов, студент естественно-технологического факультета. Первое место в конкурсе «Открытое письмо ученику ребенку» гуманитарное направление награждается Оксана Андреева, исторический факультет. Так, были подведены итоги конкурса творческих выступлений и, наконец, долгожданный момент, итоги всего конкурса «Педагогический дебют 2012». За третье место в смотре конкурса педагогического мастерства «Педагогический дебют 2011-2012» награждается студентка профессионально-педагогического института Ирина Галиуллина. За второе место в смотре конкурса педагогического мастерства «Педагогический дебют 2011-2012» награждается представитель исторического факультета Оксана Андреева. Победителем смотра конкурса педагогического мастерства «Педагогический дебют» объявляется Ольга Савельева. Уважаемые наставники!